Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Троллинг в Майнкрафт». И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки. Только благодаря вашим лайкам выходит данная серия. И вы прекрасно знаете, что сейчас нужно делать. Конечно же, влепить огромнейший палец вверх и на мой видос, и на видос Жеки. Набираем по 15 тысяч лайков, и сразу же выходит следующая серия. Сразу же. Прям сразу же, давай все, иди. Все, пока. Ну хорошо, хорошо! Я пошел! Кыш отсюда, кыш отсюда! В чем будет заключаться сюжет моей нынешней карты? Мы с Жекой недавно вернулись из Москвы, а в Москве мы были на видео в Пипле и на Витфесте. Да, и на видео Пипле мы с Жекой были на красной дорожке Ютуба. И Жека сегодня опять побывает на этой самой красной дорожке Ютуба. В этом самом здании, где проходил видео People. И Жека посмотрит, что там такое происходит. Как видите, тут уже есть очередь из ютуберов. И Жеке нужно будет попасть вот туда внутрь. И что там его ждет, пока никто не знает. Узнаем только в конце видоса. Поэтому не перематывайте, не переключайте, смотрите видос до конца. И, ребята, мне будет очень приятно, если вы подпишетесь прямо сейчас на мой канал. Всего лишь одна секунда нажать на красненькую кнопочку, если вы еще не подписаны. А те, кто подписаны, обязательно прямо сейчас нажмите на колокольчик, чтобы всегда получать видео. Уведомления о моих новых видосах и о моих стримах. Подписка, писка, колокольчик, 2 секунды, будет идеально просто, я вам скажу огромное спасибо. А сейчас мы погнали на карту Жендоса, мы ее, конечно же, пройдем, как обычно, за пару минут, и потом сразу же вернемся на мою карту, поэтому погнали. Ну что, Эдисон, ты можешь уже проходить на мой троллинг, в принципе, я не против. Я уже могу проходить, да? А, подожди, перед троллингом там стоит сундучок. Я уже взял, да. Ты должен надеть и сделать себя ребеночком. Ребеночком? Да, ты должен срочно сделать себя ребеночком. Никуда не иди, сделай себя ребеночком. Ну хорошо. Ну, допустим, когда ты вырастаешь, я тебе даю растишку. А вот сейчас, что ты мне даешь? Это не растишка. Это просто предыстория троллинга. Это антирастишка. Антихайп. Антихайп. Так, хорошо. Давай. Я тебя вижу. Ты что-то тут делаешь. Привет. Привет, малыш. Ты потерял свой кораблик? Привет. Ой, я клоун. Мне страшно. Тебе страшно? Не бойся. А знаешь, что я еще могу делать? Нет, мне страшно, не хочу. Смотри. Так лучше, так тебе больше нравится? Нет, мне страшно, Жека, успокойся. А хочешь, я тебе подарочек подарю. Нет, не хочу, не надо, мне какие подарочки. Ты руку просунь сюда. Я тебе знаешь, что дам? Я тебе тортик дам, хочешь тортик? Нет, я не жру сладкое, что-то другое давай. А что ты кушаешь, Траву. Траву? Хорошо, будет тебе трава, вот. Видишь, трава, только ты сюда, приди сюда. Нет, не хочу, это грязная трава. Я не дотягиваюсь. Не, мне надо что-то другое. Подари мне. Я не дотягиваюсь, понимаешь? БМВ хочу. БМВ хочешь? Давайте, будь тебе БМВ. Все будет. Клоун все может сделать, понимаешь? Будет БМВ? А ну. Да, будет БМВ. Только ты прыгай сюда, прыгай. Нет, сначала БМВ, а потом прыгну. Нет, но тебе будет БМВ, когда тебя прыгнет. Нет, сначала БМВ, я потом прыгну. Ты кого пытаешься надурить? Финкебайт! Давай, уже прыгай, я тебя... Иди сюда, моя пупсичка, давай сюда. Ну давай! Вот была бы там вместо тебя бабенция какая-то, я прыгнул. А так зачем мне к тебе прыгать? Ты не видишь мой скин, понимаешь, я клоун. Дети любят клоун, ну давай, прыгай. Так я говорю, была бы бабенция клоун, я прыгнул. Да, на самом деле я бабенция клоун, давай прыгай. Ты чё, ты тебя хреново получается меня? Ну давай. Давай ближе. Ну иди сюда! Ща, подожди, я... Я там, да подожди, я... У меня появилась идея. Ты, конечно, дебил. Я сбегаю за камерой для влога, ща. Возьму её. И где я там чё хочешь, я просто влоги буду записывать, хорошо? Давай. Ща, подожди. Какие нафиг влоги? Сюда иди! Я тебе напишу. Я взял камеру. Ну да. Всем привет, посмотрим, что этот клоун дебил мне предлагает. Разоблачение! Подает ли он мне бэху или нет? Разоблачение! Давай, иди сюда.
Иди сюда. Где ты? Эдисон, ты где? Ты что, книжки любишь читать? Скажи мне, пожалуйста. Ну такое, а что? Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Иди сюда, малый. Ой. Куда я попал? Тут шарики, малыш, иди сюда. Иди сюда, тут шарики. Мне 22 годика. Если я мелко выгляжу, не значит то, что я малыш, придурок. Просто хорошо сохранился, понимаешь? Давай, иди сюда. Не люблю я твои шарики, никогда не любил шарики. Нет, иди сюда, тут шарики вниз улетели. Конечно, конечно, у них вниз в лаву улетели. Я же дурак. Какую лаву? Там, иди сюда, малыш. Влог продолжается, ребят, не забудьте лайки поставить, будет вторая часть влога, это самое главное. Да, вот лайки, это важно, да. Давай, давай, малыш! Ура! Где ты, малыш? Где ты? В библиотеке какой-то. В библиотеке? Что там в библиотеке, интересно? Ура! А что ты где? Тебе сюда не надо, тебе сюда не надо, тебе нужно вот сюда. Нет, тебе пока туда не надо, малыш, малыш. Куда не надо? В другом месте что-то должно быть, что-то здесь должно быть. Это может быть подстерегать. Ну, меня тошнит от этого голоса, Евгений, перестань, типа же. Да вот тут, да, иди, опа, опа. Я реально обосрался. Что там за звуки? Дети на урок! Тут на самом деле тебя ты правильно пошел, просто ты какой-то читер. Ну давай, ты правильно пошел. Да заткнись ты, мать твою, со своим звонком! Вырубите, пожалуйста, это все. Дебилизм вот этот. Ты где? Ты. Где? Что за ты? Я не знаю, ты в туалете, тут все в крови. У кого ПМС? Признавайтесь. У тебя, походу. У тебя. Я мальчик вообще-то. Так, где моя камера? Да. Пацаны, я не хотел сюда попадать, в этом дела свои делайте, хорошо? В тебя кровью плюнули, понимаешь? Плюет кровью! Плюет! Опа, я выбрался! Иди сюда, малыш, это мой дом, заходи, это мой дом. Дядя клоун, я кушать хочу. Кушать хочешь? Да. Ты уверен, что ты? Да. Иди сюда, я тебе дам покушать. Да не, я реально хочу кушать. Мне нужно, мне сердечко нужно восстановить, сердечко. Я тебе реально дам покушать. Какая у вас тут праздничная атмосфера. Да, шарики. Хорошо, хорошо, да, я захожу. Хорошо. Иди ко мне домой, сюда, прыгай. Прыгай, сюда. Тупой, у вас дом? Я туда запрыгнуть не могу. Да можешь, иди сюда. Прыгай ко мне. Прыгай, малыш. Ну ты как-то очень высоко, не хочу тогда, дядя клоун, прыгать. Малыш, я тебя спасу, прыгай. Как ты меня спасешь? Я не супергерой, я просто малыш. Мы будем летать, малыш, мы будем летать. Подписчики, я прыгаю, не забывайте подписываться на мой канал. Влог все же выйдет, я надеюсь. Клоун, если что, ты выложишь влог, если я умру? Да, конечно. Хорошо. Полетели! Не тут, полетал. Будем летать! Хватит с тебя, полетал. Дядя клоун, а где моя бэха? Если вы не поняли, для подписчиков, для твоих объясню, как бы, понимаешь, mm-hmm. Мы просто смотрели с Эдисоном фильм «Оно», вот, и я воссоздал эти моменты из фильма. Не смотрите этот фильм, не надо смотреть этот фильм. Это надо смотреть. Не надо посмотреть, не надо. Где моя бэха, обманщик-предатель? Дитя подуха. А где моя бэха? Бэха где моя? Она Бэха где моя? Бэха! Не переживай, хорошо, все, пошёл. Ну что, Евгений, проходите! О, малыш, ты вырос! Тебе не нужны больше. Заходи! Стоять! Ой, мам, да, стою. В общем, Жека, куда мы с тобой попали? ГП! Расшифруй, что это такое, ГП! Ну, я, по идее, должен был подумать, да, но я сразу понял, что это Golden Palace, понимаешь, да? Golden Palace, йо! Короче, ребята, мы недавно были с Женьдосом на мероприятии Video People, и мы ходили по красной дорожке, да, Жека? По красной дорожке. Да, кстати, дорожке. В блоге можете посмотреть на наших вторых каналах. Да, там все есть, да, там можете посмотреть. И вот, Жека, сегодня мы будем вспоминать вот эту всю ситуацию, вот это все путешествие в Москву, можно так сказать. И тебе нужно попасть в само здание Golden Palace. Golden Palace вот сюда, понимаешь? А где красная дорога? К
красная дорожка в самом Golden Palace, понимаешь? Не, она должна быть на улице. Нет, а это мой троллинг, тут я решаю, тут я босс, понимаешь? Где она должна быть. Хорошо. Так, а что это собаки бегают? Я не знаю, что... Я собака, ты собака. Собаки, они охраняют, понимаешь? Ой. А это, шо, тут как будто собака Злогор или чё, я не понял? В смысле? Тут в чате написала Злогор, ай-яй-яй-яй! Какой? Ай, собака! Подожди. Это просто спаун поинт поставили. Почему в чате написала Злогор? Ай! Чё, ты хреново спаун поинт поставил, я тебе так скажу. Подожди, а чё? Не понял, а почему, а чё? А чё, собака. Какой Злогор? Где бы? Подожди, почему у меня в чате собака? Так, подожди, спокойно. Молодец. Так, как ты видишь... Ты чё за хрень тут сделал? В смысле? Что это за дичь? Да иди ты сюда, иди сюда! Ты куда спешишь? Иди сюда! Мне тут нравится. Так, подожди. А чё это за хрень, я не понял? А, это из Gravity мода. Я понял. В общем... Как ты видишь? Пить, как я понимаю. Не надо никакую растишку пить, все там нормально. Хорошо, спускайся вниз. Я тебе расскажу. Иди сюда. Как ты видишь, тут уже есть ютуберы, которые собрались на вручение золотых лайков, да, как говорится. Это вот. Тоже ютубер. Да, тут они все ютуберы. Вот, иди сюда посмотри, вот этот. Иван Гайл, ложки, всякое такое. Вот. И тебе нужно попасть на красную дорожку, понимаешь? Ага. Вот. И. Меня не пускают на хоккей, да? Секрет, Жека, я уже тут был, поэтому я тебе расскажу секрет. Тебе нужно найти 4 цифры, 4 кода, понимаешь, чтобы попасть внутрь. Что-то странное, на самом деле, странно, какие-то 4 цифры. Почему? Я ютубер, пропустите меня, дайте мне золотой браслет. А, я расскажу секрет, то, что Жеку не пропустили, кстати. Ему дали серебряный браслет. Мы дали золотой, а Жеке дали серебряный, вот. А поэтому это Жека... потому, что они все мрази. Вот, поэтому Жека также бомбил. Где мой золотой браслет? Хочу золотой браслет, заберите свой серебряный. Мне его дали. Итоги дали спустя полчаса, но все же дали. Ну, хорошо. Ну, что, нафига мне лука, не понял, ты мне объяснил. Да, потом пригодится. Я тебе... Собака. Да, там 3 собаки. Я тебе открою секрет, потому что тебе нужно попасть вот сюда внутрь. Да? Понимаешь? Да. Ты где? Я, может, сюда? Нет. А, нет. Да? Как ты туда попадешь, если там... Ладно. Ну, полетаем, да? Полетаем. Хорошо. Будем летать. Не будем летать. Тебе нужно попасть вот сюда, понимаешь? Да. А как? Охранник. Подскажите Евгению, как попасть туда? Давай, охранник, давай. Ха! Не на ту сторону. Да, вот так. Да не туда. Тебе нужно бабахнуться в деревце. Да не туда, вот сюда, в деревцо бабахнуться и перепрыгнуть вот так, понимаешь? Давай. Да у меня сам толк. Ай-яй-яй, застрял. Давай. Да у меня сам в эту сторону откидывает. Как сложно-то. У меня сам в эту сторону откидывает, почему? Да я не знаю, потому что ты косожопый какой-то, давай! Да ну, шо ж ты так... откидывает. Да, конечно, будет откидывать, если ты его толкнул, не надо его толкать. Полетаем. Ну давай. Давай. Старайся. Так, хорошо. Ну давай. Пау! Да не туда, да. Ты вообще дурак! Да я опять, да не туда, ну шо ж ты так. Да опять не туда, ну Евгений! Да потому что он косожопый, он не туда мне... Как ты незаслуженно ты получил золотой браслет! Незаслуженно получай, понимаешь, а не получаешь? Я его еще не получил, подожди. Давай. Охранник, ну, парнетиат. Опа, вот да, вот туда тебе надо. Оп. Ну не туда! Полетаем. Короче, как и понимаем, будет очень долго, да, потому что у нас нубяра в Майнкрафте. Нубяра в Майнкрафте, да, у нас? Да. Можно, пожалуйста, меня как-то вот... Да. Вот. Дебел! На дерево, а не... Ну все, ты меня заколебал! Понимаешь? Давай. Чё, давай? Чё? Ты меня там залез? Да. Ах ты зараз. А-а-а! Оп. А куда? Понял. Да. А, я могу затрогать. Все, до свидания. А, нет. Куда ты? Что ты можешь? Подожди, а куда мне? Я вижу. Ага, что ты там видишь? Ты, конечно, псих. Да все там изи, да все изи. Опа. Так, хорошо. Так, наковальня.
Ты что-то другое ищи, ты что-то другое поищи, поищу что-то другое, другое, другое! Ты посмотри уже на это! Отойди. Анти, у тебя только 5 стрел. Опа! 3-0. Так, я вижу еще 2 кнопочки, но они где-то... Не-не-не-не-не, они каменные. Так, а что тут на дереве еще есть? Что тут на дереве еще есть? Слепошары. На дереве еще есть дерево. Слепошары! Слепошары! Ты прям на это смотришь! А, это я думал, это дерево. Все нашел, да? Да, у меня есть две цифры. 3-0. Молодец, молодец, молодец! Тебе еще нужно найти 2 цифры. Будь внимательным, Евгений. А зачем мне наковальня? Не по башке мне прилетит, да? Нет, это я случайно поставил. Тебе нужно еще 2 цифры найти, 2 цифры найти, понимаешь? А это мне кнопки нужно найти, да? Нет, нет, это уже финально. Ты будешь нажимать на эти кнопки, когда ты найдешь 4 цифры, понимаешь? 4 цифры где-то спрятаны тут на карте, тебе просто нужно... Ты вот опять свои какие-то секретные вот... Я тебе расскажу, потому что секретов тут больше вообще нету, тебе просто нужно открыть глаза. Там они знают, его что-то... Тебе просто нужно открыть глаза. Что-то глаза. На полу... Да нету ничего на полу, нету. На полу точно ничего нету. Вот на потолке, возможно, что-то есть, но на полу ничего нету. Ага, то есть на потолке что-то есть, а что на потолке есть? А, у тебя потолка над головой нет, потому что... Ну вот... На крыше, возможно, что-то есть. Я не знаю. Возможно, на крыше. А, то есть мне нужно... А как мне на крышу попасть? Возможно, на крышу что-то есть. Возможно, на крыше что-то написано, и, возможно, тебе нужно на крышу попасть, понимаешь? На крышу, возможно. А как мне на неё попасть? А давай мы включим мазочки с тобой, Евгений! Ну смотри, у меня есть одна идея, но мне кажется, что так нельзя. Как? Ну, типа с помощью вот этой вот ракеты. Не-не-не-не, я тебе вообще не пригодится. Мазочки нужно включить. Крышу вот этого здания. ГП! Так, крыша, Golden крыша, Palace! Крыша. Golden Palace, понимаешь? Golden Palace, вот крыша. Да, подожди. Как? Хорошо, собака, спасибо. Так, подожди. Ай-яй-яй. Тебе нужно убить. Есть 2 варианта. Либо найти какую-то кнопочку, по которой телепортируешь, либо надо запрыгнуть. Не-не-не, ни одно, ни другое. Ни одно, ни другое. Нет, неправильно. Нет, тебе просто нужно увидеть крышу. Крышу увидеть, понимаешь? На крышу. В смысле крышу увидеть? Крышу Golden Palace увидеть. Крышу, понимаешь? Ну, если залезть вот сюда и как-то посмотреть на крышу. Давай! Жека, давай! Вот... Жека, давай! Прыгай! Молодец, молодец. Ага, 8. Ну не надо так делать! Так нельзя. А что ты делаешь? А 8 это что? Это какая по счету цифра? Это ты потом и сам догадаешься. Вот какие у тебя есть цифры? Раскрывай нам секрет. Так, 3 0, а 1 4, по идее, да? И 8, да, есть какая-то? Или 2, или 4, да? Так, хорошо, понял. Хорошо. Так, дальше, Евгений, дальше, понимаешь? Ютуберы, давай, иди сюда, ютуберы есть. И охранники есть, видишь? Охранники, и под охранниками смотри. Иди сюда. Вот, и под охранниками. Молодец, да. Что под охранниками? Да, не знаю, нет, ничего нет. И шо, нету ничего необычного там в сообщениях? Чего-то необычного прям? Нет, ничего нету. Потому что они не тыкаются? Они... ну иди сюда. Сюда подошел. Подошел. На этих 3 последних ты можешь тыкнуть? На этих 3 последних? Ну я тыкаю, но ничего не происходит. А сообщения они тебе не высказывают? Нет. В смысле? Ну это потому что я залагал кастом NPC, тебе нужно их поставить и заново поставить. А ну, тыкай. Нет, ты должен Soul Sand'ом сделать, так они не работают, тоже так делал на своем роли. Каким Soul Sand'ом? Так, хорошо. А, вот, один вопросик, закрыт. Слэш, ГДЖ, да нет, это не... ГДЖ, Ты дальше тыкай на всех, тыкай на всех. Доброго дня, я что такие? Доброго дня, ха-ха, отвали лох. Да. А, это Игорь, да, ноунейм? Нет. Ай! Улетел! Хорошо, ты потыкай. А, подожди, мне же Злогор уже что-то говорил. А, ну говорю, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что-то самое необычное сообщение, Ну да, вот самое сообщение, которое вот... Ну хорошо. Тогда проходи тогда. А как я пройду? Да, в смысле? Вот, в охраннике я с ними договорился, давай, проходи. Проходи. Давай. А я вижу, что у меня теперь старые сообщения в чате пропали. 3-0 там было, да? Какие 3-0, да. Третья это 0, первая это 4, и вот у тебя есть еще 2 цифры. 4, 8, 1. 4, 8, 1, 1.
Понятно. Это я, да, типа установил код и потом... Да, это ты типа установил код, ты молодец, да. Хорошо. 4-8-1-1. Неправильно. Твою мать! Так, ай! 4-1-8... А, нет, подожди, как... 4, твою 4, мать, 4, как из него выйти? 7, как из этого кейпада 4, выйти, 4, твою 4, мать? 4, 4, мозговой штурм, 4, 1... Я не могу выйти из кейпада, 4, понимаешь? 4, 4, иди... Ай! 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4... Так ты код вводи! Да как я тебя веду, если я его уже неправильно ввел и не... Так можно удалить сообщение! Разве? Цифры, а, да. Да! 4, 8, 1... Блин, как там было? Ай, там было 4, там что-то какие-то... Не про... 4... 4, 1, 8, 1... Ай, 4, 1, 8, 1, да? А, в смысле, 1, откуда ты еще... Откуда ты еще один взял? О, и сообщение... Нет, а до этого какие ты цифры доходил? Какие цифры были? А, 4. Ну, так все цифры мне скажи! 4, 1, 8, 1. Да не было двух единичек! 4... А, 4, ну... Подожди, 0 это третье, да? 4, 8, 0, 1. Нет, 4, 1, 8, 0. А как тогда? Так если 0 третья цифра, почему ты ее четвертой ставил? Да понимаешь? Почему? Нормально, нормально! Пролетели пол хп! Твою мать, куда я лечу, Эдисон? Опять забыл, 4-1-0-8, да? Да. 4-1-0-8. Тебе нужно вон на кнопочку нажать, Ты, не, я тебе дам подсказ, тебе нужно спрыгивать с этого сквида, потому что ты не сможешь вообще соприкоснуться с этой кнопкой, понимаешь? Вот, подлетаешь, спрыгивай. Нажал. Опа, всё, а как ты... Ура! Ай-яй-яй! Зря бухали, да? Зря бухали. Лайк там просрали! Лайки всем вручили, тебе ничего не вручили. Да тебе тоже ничего не вручили. Мне-то как раз все вручили, я ж тут тоже бухал, понимаешь? А ты не бухал. Все просрали. Вот где второй этаж, у меня есть карточки. Ютуберы валяются, бухи, понимаешь, ты так долго проходил мою карту, что все просрал! Все просрал, понимаешь? Зря бухал, да? Ну, у меня есть, конечно, золотой лайк, но я тебе могу другую награду вручить. Другую. Другую надо. Так как ты самый отбитый майнкрафтер. Ну, нет, не самый отбитый майнкрафтер. Золотой писюн? Не, ты не самый отбитый майнкрафтер. Да, золотой писюн, ты самый озабоченный майнкрафтер, самый озабоченный майнкрафтер, на которого... Кстати, пока тебя тут не было, ты понимаешь, что на тебя все жаловались. Весь YouTube жаловался, то что самый отбитый майнкрафтер, вечно о писюнах, да, о писюнах, понимаешь? Поэтому иди сюда! Тихо, меня наняли, чтобы тебя убить, тихо, понимаешь? Не бей озабочен... меня! Чё-то не стреляй! Озабочен! Да куда ты едешь, притор? Обратно разворачивайся, не туда! Сраный танк! Спасибо большое за просмотр! Да подожди, да ты подожди! Да куда подожди? Лайк не заслужил, не заслужил, понимаешь? Нет, не заслужил. Все, у меня есть золотой лайк, спасибо. Золотой писюндрик у тебя есть. Ты где? Ты где, признавайся? Много золотых писюнов под видео. Ты где, признавайся? Нет, когда не нужны писюны. Нет. Лайки и писюны не нужны. Ты не заслужил, понимаешь? Ты писюны не заслужил золотые. Не заслужил. До свидания. Спасибо, пальцы за просмотр. Огромные пальцы вверх на мой видос и на видос Жеки. Набираем 15 тысяч лайков и сразу же выходит следующая серия. Я просто обещаю. Спасибо большое. Спасибо. И подписывайтесь.